Через полтора месяца наш город, как и вся область, переходит на цифровое вещание, в эфире которого будет 20 бесплатных телевизионных каналов. В Сарове в аналоговом варианте остаются областное телевидение ННТВ и местный канал 16. Как отметили представители Нижегородского РТРС, проблема отсутствия в цифре местных каналов стоит остро. На вопрос генерального директора канала 16, как быть в этом случае жителям, которые хотят смотреть местные новости и передачи, ответили – ждать появления 22-й кнопки. Это муниципальная кнопка, которая в обязательном порядке, да, появляется один муниципальный телеканал в виде субботника для кабельщиков. Закон об этом находится в стадии финальной. Дальше проходит все те же конкурсные процедуры по муниципалитетам. Но, в принципе, для вас проблема решена федерацией по всей стране. Поэтому просто потерпите, речь идет, на самом деле, о достаточно недлительном времени принятия закона, ну и дальше до конкурса, понимаете, что конкурс будет, но это тоже там полгода. В рамках семинара заместитель министра связи Алексей Воробьев и директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небальсин рассказали о том, как будет осуществляться переход на цифровое эфирное телевидение в регионе, обозначили актуальные проблемы, с которыми сталкиваются жители, и ответили, как они решаются. Особо отметили роль волонтеров в оказании помощи пожилым людям в настройке телевизора на прием цифрового вещания. Волонтер ничего не делает с технической точки зрения, не ремонтирует, я имею в виду. То есть волонтер только приходит и подключает. Опять же, волонтер не берет за это деньги. Также волонтеры не вправе покупать приставки для престарелых. Этим должен заниматься только сотрудник соцслужбы. Волонтера можно вызвать только при условии, что в квартире уже есть цифровая приставка, либо современный телевизор. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.